Studios. Приветствую. Вышел пререлиз 2 и 3. Второй пререлиз вышел 8 февраля. Во втором пререлизе изменилась модель декорированного гаджета. Модель горфлочка теперь более сложная. Также обновлены текстуры розовых лепестков, вишневой двери, шарзанца и грузовой лодки. Также добавлен тег Dismalus Underwater. Сущность с этим тегом будет сбрасывать игрока под водой, когда он на них есть, понятное дело. И также справа на ванне. Заряженные арбалеты больше не выглядят незаряженными в рамках видеопа. Лодки и плот больше не могут подниматься на один бок при езде. Разрушенные боги теперь не трогаются далеко от места разрушения на больших расстояниях. А теперь третий пререлиз. Сегодня вышел 1 марта пререлиз. В нем изменили текстуру керамического осколка лучник на самом горшке. А также скорректированные цвета зелени, чтобы сделать их более различными, прикольненько. Также теперь нажатие Ctrl+S выгружает содержимое динамических текстур, карты и прочее. Скриншот Debug. Также исправлены баги. Ездовые мобы не сбрасывались после смерти. Эндермены не телепортировались от стрел, выпущенных из раздатчика. И эндермены не получали урона от взрывов и прочие менее интересные баги. Как-то так. В принципе, прикольно. Что еще сказать? Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Пока. Like don't